Сотрудники правоохранительных органов задержали во Владимирской области двоих наркокурьеров. Изъято более 700 килограммов наркотиков и 3 тонны прекурсоров. Об этом сообщил в пятницу глава МВД России Владимир Колокольцев. Во Владимирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 700 килограммов наркотических средств и почти 3 тонны прекурсоров, процитировали министра в пресс-центре ведомства. В МВД отметили, что в частном доме в Александровском районе Владимирской области оперативники обнаружили подпольную лабораторию, в которой злоумышленники синтезировали наркотики катиноновой группы. По предварительной оценке, там могло производиться до 100 килограммов запрещенных веществ в месяц. Изъяты реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 килограмма мефедрона и свыше 700 килограммов наркотического средства в ранней стадии готовности. На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших в регион из Кабардино-Балкарской республики, уточнили в ведомстве. Кроме того, как отметили в ведомстве, через несколько дней полицейские установили сообщников, которые выполняли роли межрегиональных курьеров и держателей оптовых складов. В многоэтажном жилом доме в Владимире был задержан молодой человек, который хранил в арендованном им помещении 25 килограммов мефедрона. В то же время в Смоленске оперативники задержали 27-летнего мужчину. В его частном доме изъято 5 килограммов аналогичного вещества. Также сотрудники полиции на въезде в Московскую область со стороны Владимира остановили автомобиль BMW, в котором находились водители и пассажир, подозреваемые в фасовке и сбыте наркотиков на территории Центрального федерального округа. В машине обнаружено 10 килограммов запрещенного вещества, как установлено в ходе исследования. Речь идет о мефедроне. По данным фактам возбуждено 8 уголовных дел, 7 из них по Ч3. СТ-30, Ч-5СТ, 228,1 и 1 по Ч-5СТ, 228,1, а также по СТ-210 УК РФ. Задержанные арестованы.